Ребят, всем привет! Это проект «Антиперекуп». Напомню, совсем недавно мы купили вот эту самую калинку. И купили мы ее за 60 тысяч рублей. Она была в ужаснейшем состоянии, в совершенно плачевном, на ней не было живого места. И мы ее всю сделали. Мало того, что мы ее пошпаклевали, покрасили, купили новый бампер, отполировали фары, так мы ее собрали, и вот по внешке она теперь конфетка у нас. Осталось одно «но» — салон. Салон у нас адово грязный. Там, ну нет живого места, так же, как и по внешке, где не лежит грязь или песок. Сегодня будем оттирать и будем сегодня немножко экспериментировать. И, пожалуй, наверное, начнем мы с карт. Карты мы уже сняли, когда готовили машину к покраске. Вот они стоят. И, как всегда, поехали. Ребята, у Калин есть одна небольшая проблема. Это Калина. Это большая проблема, а есть небольшая проблема. У нас мозги стоят под печкой. А печка в этих машинах достаточно часто течет. И если вы не успели... У печки переставить... течка. Если вы не успели переставить мозги, то вас затапливают мозги, соответственно, и вы попадаете как минимум на 5000 рублей. Если не ошибаюсь, это новые мозги стоили эдак... года 3 назад. Сейчас я не знаю уже этих расценок. Здесь, слава богу, перенесли мозги. Догадались. Молодцы, ребята. Но печка у нас течет. Я не знаю, может быть, она текла раньше. Мы это будем проверять, если что, устранять. Но на данный момент у нас, во-первых, мокро. Не видно. Короче, здесь у нас все мокро. Ну вот, у нас блестит. Во-во-во. Да. Ну и прям видно тосол. Ребят, если кто не знает, как определить тосол... Или это вода? Попробовать! Сладенько, значит, тосол. Вкусно тебе было? Ну, не могу сказать. Но я привык, потому что я коленовод бывший. Знаешь, как я часто это пробовал? То, знаешь, так под мотор заглядываешь, такая лужа. Все, тосол, нормально. Вот у Калин тосол это нормальное. Сахарек! Вместо сахарка залил тосол. Ребят, Лада Калина автомобиль совсем не редкий. Предложений на рынке масса. И купить действительно хороший автомобиль по отличной цене вам поможет Автору. Сейчас в приложении Автору появились бэджи. Отличная цена и хорошая цена.
Отличная цена говорит нам, что стоимость этого автомобиля ниже средней рыночной. Хорошая отметка говорит о том, что ценовая категория соответствует рынку таких марок. На самом деле автору учитывает множество факторов. Марку, модель, поколение, комплектацию, пробег и так далее. Кстати, обращайте внимание на объявления с пометкой «Только на автору». Эти машины продаются исключительно на автору, и на других сайтах по продаже автомобилей их попросту нет. Оценить новую функцию автору вы сможете, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Переходите, подбирайте тачки по отличной цене только на автору. Спешите, пока все не разобрали. Ребят, сегодня будем немножечко экспериментировать. Мы купили универсальный пенный очиститель и очиститель для пластика фирмы Грэс. Вот в таких вот баллонах. Стоит это 240 рублей. Посмотрим, насколько они вообще себя оправдывают. И вот так вот будем во всех видео, наверное, экспериментировать. Разные полироли, разные очистители, чтобы вам было наглядно, а что же помогает. А может быть, просто лучше взять хозяйственное мыло и потереть? Давайте попробуем. Убедиться в цветостойкости покрытия, хорошо встряхните баллон, держите баллон вертикально и распылите средство на очищаемую поверхность. Через 30-40 секунд удалите остатки пены влажной тканью или губкой, или щеткой. Протрите насухо. Угу. Ладно, давай сначала пластик пробовать. Вообще там написано вертикально держать, ну да ладно, хер бы с ним. Так, мы специально не очищали ничего, чтобы вот прям посмотреть, насколько это будет эффективно у нас. И будем распылять, наверное, наполовину. Давай вот так вот, прям вот эту часть. Так, хорошенько встряхнули. Это мало как-то. Ну пахнет обалденно вообще. Ванилью. Не знаю, сюда, мне кажется, вообще не попало. Да нет, как-то высыхает, что ли, не пойму. Я один вижу, что происходит, ни хрена. По-моему, и я это вижу. Может быть, как-то более обильно? О, ну, грязь-то собрали, да. Ну, конечно, если мы намочим тряпку и вот так сделаем, мы тоже грязь соберем. Ладно, пока я вижу только плюс, это единственный, это запах. Давай, ладно, маленький кусочек возьмем, обильно польем. И снова у нас эффект, который называется ни хрена. Да. Так, ладно. Послушай, но это же полироль для пластика, это же не очиститель. Здесь написано полироль, очиститель пластика. Так. То есть он должен очищать. А теперь давай для сравнения где-нибудь здесь фейри. Давай чисто мокрой тряпкой, я даже ее чистить не буду. Вот такая у нас полугрязная какая-то. Давай вот здесь вот сделаем. Но если у нас там был эффект ни хрена и здесь будет эффект ни хрена, значит... Значит, надо нормальные средства покупать. Ну, как бы... Не, ну здесь, по-моему, почище. Почище. Окей, хорошо. Окей, да, сейчас, подожди. Здесь, вот в самих полостях как-то меньше грязи, чем здесь. Здесь прям больше. Здесь меньше. Хорошо. Я слышал такую вещь, что универсальный пенный очиститель, который для ткани, он же используется и для пластика. Ну, давайте его попробуем, я не знаю. Мне кажется, он будет даже лучше. Ну, давай попробуем вот здесь. Здесь прям хорошо видно грязь. Вау! Во. Вот это интересная штука уже. Вот, здесь мы ждем 30-40 секунд и потом удаляем чистой тряпкой. По идее, грязь должна из полости выйти. Вот это пахнет лучше. Ой, давай здесь смотри. Здесь вот такая вот щеточка есть прикольная в комплекте. Давай ей потрем. Грязь есть. Она и была, естественно. Ее можно было и водой убрать. Так, ну, давай чистой стороной. Чистая, все хорошо. Ну, вот это уже лучше. Да, вот это я уже могу назвать чистым.
Ну, более-менее, да, все равно мы в порах видим как бы грязь небольшую. Но я думаю, если еще раз пройтись, то будет вообще бомба. Давай еще раз. Слушайте, ну такой штукой одно удовольствие пользоваться. А пусть ребята напишут, каких производителей нам еще потестить на салонах. Кстати, да. Это хорошая идея. И вообще, что потестить на салонах? Может быть, правда, хозяйственным мылом потереть? Или содой. Народное средство, самое дешевое, ребята. Сода, хозяйственное мыло, вот этот производитель. Потом, ну, пишите, в общем, что хотите видеть. Пишите, а мы, соответственно, будем пробовать. Так, стираем. Слушай, ну... Да нет. Даже смотри, вот тряпка не грязная уже почти. Угу. То есть, и прям... Прямо он светлее намного стал. То есть прям видно, этот пластик сейчас чистый. Да, есть такое дело. Так, давайте теперь пробовать на ткань. Вот это меня больше всего интересует, потому что здесь видно, что у нас ткань загажена полностью. Как бы вот он светлый цвет какой должен быть, а здесь ну ад. Но это водительская сторона, она всегда такая грязная. И мне кажется, вот этого баллона будет... достаточно на салон, по крайней мере, насколько я читал и насколько я узнавал. Теперь влажная тряпочка. Ядрить, колотить. И сухая тряпочка. Прям чистенькая, сухая. Блин, нет, есть разница. Огромная причем. Обалдеть. В общем, пенная хрень работает лучше. В любом случае. 1000 раз. И расход его меньше. Шикарно. Друзья, бытует мнение, что пластик можно восстановить обычным строительным феном. Ну, по крайней мере, маленькие костки вот такие вот. Давайте попробуем. Самое главное не перегреть.
Ну, как видим, схема рабочая. То есть сейчас помоем этот пластик, и я думаю, будет вообще отлично выглядеть. Но давайте усложним ситуацию. И возьмем пластик. Накладочка вот такая вот в багажнике. Боже ты мой. Она всегда у всех самая поцарапанная, самая убитая. Ну, сможем, если ее восстановить. Но я уверен, что вот такие вот глубокие, мы ничего с ними не сделаем. То есть, как-то немножечко лучше только будет. Ну, давай пробовать. Ребят, вот и закончилась первая серия по разбору Калины салона и чистки. Мы успели уже, во-первых, разобрать салон, восстановить пластик в багажнике, восстановить пластик карт, почистить даже карты успели. И пропылесосили, все подготовили как раз-таки уже к сборке. Ребят, в следующей серии смотрите. Чистка сидений, чистка приборной панели. Мы будем докупать новый пластик. И все ставить на свои места. Это будет как раз-таки у нас финалочка. Так что, ребята, до встречи!